субботу в Самарской области пасмурно, дождь, ночью возможен снег, температура воздуха днем плюс 3, плюс 5 градусов, ночью 0, плюс 2. Ветер юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 3, ночью плюс 2 градуса, ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем 5, тепла, ночью 2 выше 0, ветер южный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 3 градуса, ночью 0 и снег, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.